Сегодня мы приготовим овощной супчик «Нежность». Нам понадобится картофель, морковь, корни петрушки и сельдерея или пастернака, репчатый лук, брокколи, томатное пюре, растительное масло и зелень петрушки с зеленым луком. Для приготовления коренья нарежем ломтиками. Репчатый лук нашинкуем, добавим томатное пюре и пассируем на растительном масле. В это время нарежем кубиками картофель и брокколи, разберем на кочешки. В кипящую воду положить коренья, морковь с луком, довести до кипения, добавить картофель и варить 15-20 минут. А в конце варки можно положить брокколи и немного посолить. Постный овощной супчик получается очень красивым, прозрачным, нежным. Подавать его можно с ржаными сухариками, добавить немного сои. А еще мы вам советуем сделать пюре из этих готовых овощей. Можно добавить в это пюре бульон и чесночные сухарики, а сверху посыпать зеленым луком. И получится еще один овощной суп, только пюре. Для любителей. Ну, нежный овощной постный супчик готов. Поститесь с удовольствием.